Рады приветствовать вас на 12-м выпуске города в Майнкрафте. Спустя долгое время, а это 2 месяца, выходит новый выпуск. Сегодня на обзоре будет постройка внушительных размеров. Заваривайте чаек и берите с собой вкусняшки. У микрофона архитектор Лапченский. Приятного просмотра. Автобусный парк. Эту постройку нам предложил один из зрителей нашего канала. Приступим к обзору территории парка. Первое, что нас встречает, это КПП. Заезд и выезд осуществляется через эти ворота. Как и перед отправкой, по прибытию механик проверяет техническое состояние транспортного средства. Здесь у нас смотровая яма. Кроме того, здесь есть парковка для сотрудников парка. Чуть далее стоит эвакуатор. Здесь проводится ремонт техники, например, замена масла и колес. По соседству находится покрасочная камера. Все наши автобусы окрашены в фирменный цвет. Едем дальше. На предприятии есть своя АЗС. Здесь заправляется вся техника парка. После нескольких рейсов автобус обязательно проходит автомойку. Теперь заезжаем в парк. Здесь автобусы отдыхают. Здание парка имеет реальный прототип. Кто узнал здание, пишите в комментариях. Перейдем к главному административному зданию. Сразу же на входе окно выдачи путевого листа. Здесь нам выдают маршрут, по которому мы сегодня поедем. Первая комната – это у нас переодевалка. Здравпункт. Здесь водители проходят предрейсовый медицинский осмотр. Кабинет диспетчера.
кабинет бухгалтерии, общая столовая, переходим к второму этажу. Здесь у нас уборная комната. Маленькая комната охраны. Просторный актовый зал. Кабинет директора. Класс по безопасности дорожного движения. А также здесь проходит обучение будущие водители автобуса. Предприятие заботится о своих работниках, потому на этаже находятся комнаты отдыха и тренажерный зал. Также в городе появились первые автобусные остановки. Вот такой получился насыщенный выпуск. Оставляйте свои идеи, пишите, как вам постройка, что нового узнали. У микрофона был Лавчуня, всем аривидерчи!